Всем доброго времени суток. Время ночи, а мы не спали. Со мной бригада Ух. Тихо. Что? Морды. Подождите. Так, это кто у нас? Это Каюр. Сейчас одену им. Так, ладно, я вам все одел. Все. Идите. Полетели все в лес. Буду ждать голос. Пока буду собираться. Вот такие дела. Куда? Ко мне иди сюда! Ко мне, сказал, иди сюда! Ко мне! Она долбанутая. Полетела по дороге. Пошел в лес. Пошел вперед. Нас держит. Белкуня! Полетела по трассе, по дороге. Коза. Еще Каюра с тобой хотел прихватить. Вот она. Ее вся сущность этой белки. Где бегать хорошо? По дороге. Куда она полетела? Чурла. По трассе пошла. Надеюсь, сейчас придет. Тебя бежит только на удаление. Коза. Ну, эти хоть в лес пошли. Это и, блядь, ничего не надо. О, идет, возвращается. Иди сюда! Пошла вперед. Пошли. Пошла вперед в лес. Наверстывай давай. И не спотыкайся. Все нервы надо истрепать. Давай, давай. Спотыкается она там. Пощекотать-то надо. Нервишки. Так, ну все, я пошел. Машину закрыл. Они молодцы. Проверяют. Уже возвращаются. Эти поддачами. Белка их чуть нагоняет. Я тоже пойду, только с другой стороны. Вот. Конечно, плохо все видно. Ну, грубо говоря, под носом, да? Опа. Пойдем потихонечку прогуляемся. Ой, блин, как скользко-то. А почему он показывает? Вон, видите, как. Ну-ка. Нет, назад. О, 500 метров. Неправильно показывает. А может, правильно. Но я сейчас к ним подойду. Там, где куницу брали, они сейчас. Ну, пойдем.
Че время терять? Вон или по дачам бегают. Ко мне идите сюда! А нет, рядом с дачей. Я не понял, блядь, что такое? Я думал, вы на даче. Вот здесь. Ко мне куда ты пошел? Пошел вперед. Блядь, провалился. Что, зла-то застряла? Что она там делает, блин? Пошел вперед! Сейчас еще эта коза вопрется в даче, небось. Блуждает там где-то. Дача что на даче Злата застряла в одной точке. Тут же... Ой, может, коты гуляют, выпускают, или что-то еще. Демоны. Одно позорище. И одна нервотрепка с ними. Они же убьют сразу. Всю мелочь выбивают эти западники. И даже не считаются ни с чем. Переживаешь за это. Но я не думаю, что ночью будут этих пекинесов выгуливать. До Златы 39 пойду. Каюр хоть в лес пошел. Бежит нормально. Знаете, следочки. Находили козы и ломали ветки, кушали. Вот они, козочки. Вон они, ветки ломали, видите, ели. Вон, находили здесь сосульки. Злат так торчит. Вот. Злата, давай, выходи ты с этих дач. Что ты вперлась туда? Хоть стойку поменяла. Коза. Вы вперлись в дачи. Зачем? Вот. Та-то где глумит? Белкуня у нас. Ночная дама. А фиг ее знает, где она. Каюр возвращается, слышу дыхание. Вон он. А где белка-то у нас? Белки нема. А сколько она метров-то? 627. А, вышла. За твоим за этим выходит. Следом. Коза. Я белку потерял. Солонец. Ты что там застрял на датчик, я не пойму. Дачница офигенная, что ли? Вот она, белка. Она к вездеходу подходит. Сейчас придет, значит. В лесу побывала, везде все проверила. О, сначала вигарю. Западники такие вот спецсобаки, что сначала все нервы истрепят. И все остальное. Потом, пока они вот эту вот свою эту кукушку настроят. С бухты-барахты, они же не нюхаются.
сразу битва, а потом нюхают, кого задавили. Порода. Охотники, твою мать. Сейчас белка дойдет, посмотрим. Должна по следу, по-моему, пойти. По идее. Если она пойдет опять. Не. Около машины крутится. Вернулась назад. Ну, эти в разных сторонах работают. Влево, вправо, молодцы. Белка чисто возле вездехода. Интересно, она пойдет вот по моей линии? Ну, давай, давай, давай. Налево поворачиваю и пошла. Давай, белка, давай, 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 давай. На мою линию вставай, пошла. Что ты закрутилась-то? Пока бегает вокруг машины. Носится пока как глумная, не знаю, в голове тараканы, собачьи прыжки. Ну, будешь крутиться возле машины, крутись, только никуда не уходи. Так, эти вправо пошли. Сколько метров? По 100 метров. По 130-120. Нормально. Под куницу самое то. Сахатый. Протаял уже следок. Перешел туда. Собаки туда же пошли. Белка находилась сегодня днем. Сахатый прошел. Хороший бык. Бычара. Медленно идет. Шаги. Шаги короткие, видите. Что там, белка не одуплелась еще? Только не говори, где белка. Она не пошла обратно в лес? Нет, по следу не пошла. Она что, около машины такая крутится? Или она... Наверное, возле машины она. Я просто ее не... Да. Она там. Белкуня. Да. Белкуня возле машины. Не уходит от машины. Смотрите, к машине подошла. Что-то странно с ней. Куда тут заорала?
косулю, все исходи. Все исхоже прыжками. Косулям бы. Вон сколько находили. Вон сколько. Косульки пришли сюда. Иду, иду, зад, иду. Каюр подходит к ней. Буквально возле машины. За ней тоже надо присматривать. Только бы не надоело бы ей. Не придумал какую-нибудь она себе забаву. Крикнул по машине. Кто-то шлифует, буксует там. О, блин, война. О, по 40 сколько. Каюр что-то кружит, кружит. Вот здесь вот перетоптали лёжки. Лёшка на лёжке. Косули здесь лежали. Все перекопали тут. Вон раз лёжка, два, три, четыре. В кучке лежали. Иду, иду, зад. Ух, такая завалка там. Ой, а как я пролезу-то к тебе, как забор, блин. Я даже захотеть. Лаешь ты на осину. Вижу, обхожу. Осина здоровая. Может, я отсюда слетану. Я не пролезу такой. Видите, тут. Осина. Глаз пока не вижу. Высвечивать надо. Сейчас я подойду. Вот. Сейчас я.
назад. Сейчас, родной. Сейчас. Нас животные здесь тоже выбрали. Костлявая. Сукастая, упала он какая. Это елки, да? Осина хороша. Золотух. Вот такой тут несколько. Умничка. А чё, морда грязная? Куница нахожена. О, куница нахожена. Так, я буду работать. Фу. Молодец. Чуешь ее, да? Злат. Там, да? Ну, у нас. Осина, конечно, сильная. Куницы не было. Она здесь везде находила. Поверху, по завалам. Здесь и лоси, и коз, козы, белки, короче. Тут клондайк какой-то. Собаки, каюр крутится в одном месте. Видите, сколько он там натоптал вот здесь вот с краю. Вообще кошмар. Но голос я его так и не слышал. Но он и уходить не уходит. И стойки делает наверх, проверяет. Она где-то здесь шастает. А где она спустится, не знаю. Вот жду, когда собаки сейчас заработают в другом месте. Кто-то шлепает, а кто? Златка, наверное. Не вижу. Да, Златка идет. Злат, проверяй, она ушла отсюда. Мы ее на закрытие еще возьмем. Чуть тогда, может, попозже ехать. Нет, нет ее здесь, нету. Все, Злат, нет. Я просветил, все. Извиняйте. Молодец. Может, крестная. Умничка. Нет, нет, все, она ушла. Молодец. Ты умничка. Что я могу сказать, Златка? Каюр что у нас? А что ты каюра не перепроверишь? Он так и не уходит с того места. Прям крутится и крутится. Ты посмотри, какой настырный мальчик. Так, а где у нас белкуня? Ушла она от машины или нет? Не, белконь там что-нибудь, наверное, копает на поле. Молодец. Держится. Пока себе не придумала никаких задач. Слушает, слушает. Где? Ушастая. Слушает. Нюхает, слушает. Искать, искать, Шевелится. Где? Где? Нельзя, не креми. Не креми. Златы нет. Все. Осин, конечно, хороший. Все, все классно, но нет. Молодец. Ждем каюра. Что-то каюр никак не определится. Не хватает у него еще умения и духа. Злата, тихо. Все, прекрати. Нет там никого. Заход ее, да. Она пошла по веткам. Все, молодец. Тихо, все. Успокойся. От фонаря бы она никуда бы не делась. Я просвечивал целый час. Нет там ничего. Все, молодец.
Пойдем на выход, к Юру подойдем, посмотрим, что. Пошли вперед. Злат, пошли. Злата. Злата, пошли. Ну все, мы отработали. Можно двигаться ближе к машине. Белку не трясу пока возле машины. Все, собаки все бросили. Молодцы. Белка-то у машины. Белку не возле машины. Какая умничка. Ночью не хочешь никуда идти. А? Посмотреть на нее. А я уже иду с магазина. Ой, сколько же там следов. Кошмар. Клондайк. Косые, лоси. Какашки, лёшки. Сутки тусуются здесь. Куница набегана. Было. Очень. Осина хороша. Ну, на то она и ночь. Уже если лает, то уже на белку не полает. Ночью белки спят. А, куница, ночной зверь. Все, можно смело с чистой совести ехать домой. Так, у нас еще осталось 27-е, 28-е. Все, сдаем лицензии. Закрываем, сдаем путевку, сезонку. Ждем апреля. Оплачиваем охотбилет. Надо ехать в Калугу. Ждем родословные ЧЕЗы. Проходим какие-то по возможности дипломы. Работаем по племенной работе. А куда я пошел? Ёкарный бабай. И у нас скоро начинается отпуск. Прогулки. Водоема и всего такого. Все будет хорошо. Белкуня, ты дождалась меня. Белка, белка, ты рада. Белка, белка, ты рада меня видеть. Бел, пойдем, Бел, такая счастливая. Я... такая счастливая. Молодец. Пойдем, Белка, Бела, пойдем, Бела, Белка. На даче почесал. Пойдем, Злата, вперед. Ей надо проверить, откуда мы идем. Понятное дело. Каюрчик, ты что там искал? Да, молодец. Пойдем. Ну что, идите, садитесь. Поедем. Мы свое отработали. Белка. Молодец, умничка. А, морды. Сейчас мы ее отключим. Надо. Умнички. Чинно, аккуратно. Все молодцы. Каюр что-то не доработал, но очень старался в одном месте. Мы это проверим. У нас еще есть запас времени. Каюр, пойди ко мне. Пойди ко мне. Пойди. Снимайте. Сдавайте инвентарь. Дорогущий сейчас в наше время. Белка. Ай, ты моя девка. Ты удивляешь меня, смотри-ка. Не ушла, около машины потеряла нас. От машины потом не уходила. Злат, иди на место. Умничи, все порадовали мне сегодня. Нервы сначала при выходе истрепали, а потом отработали как есть. Не поверите. Одел тебе теплый свитер, шапка отдельно, все отдельно. Вообще жесть. Все нормально. Всем всего хорошего. Ждем закрытия. Осталось мне чуть-чуть. Я живу в лесу, увидите.
и дела делаю, и все по возможности. Многое что показать не могу и показывать не буду, в избежание негатива. А так всем, всем мира. Вот. Всех призываю за мир и Z. И Z. Мы сделаем, я сделаю на быструю руку. Ну, на той стороне тоже сделаю. Запад, восток. Ой. Все-таки ночные выходы тоже интересные, я вам скажу. И ощущение такое адреналина совсем немножко другое, чем днем. Собаки резко успокоились. Кто не дурак, тот поймет. И мы спокойно ушли. Вот. Зверь ушел. И мы успокоились. И можем с чистой совестью ехать домой. Скоро в отпуск. Собаки в отпуск. Курорт. Я вот 10 лет никуда не выезжал, кроме Карелии. Я имею в виду на юг отдых. Чисто, знаете, такой отдых. Не совместный охотничий отдых, а отдых именно, который ты отдыхаешь от этого всего. Знаете, как устаешь порой? Как бы ты не любил собак и все остальное. От этого, от всего тоже устаешь. И нужна какая-то разрядка каждому человеку от чего-то, который занимается на протяжении многих лет. Очень тяжело, ребята. Если честно сказать, я сильно устал всем. И душой, и телом. И морально, и физически. Но я крепкий человек. И как бы никогда не дам поводу на слабину, чтобы кто-то подумал, что я слабый человек. Нет, не дождетесь. Я даже с улыбкой буду помирать. Но я буду улыбаться смерти в глаза. Вот такие дела. Ну, не будем о грустном, будем о хорошем. Всем пока. Увидимся на каналах. Всем счастья и добра. Все, буду вас радовать чем-нибудь еще интересным. На канале Кухня, Полетный. Кто чего любит. Я люблю летать и смотреть. Очень, конечно, и под музыку завораживать. Кому как. Всем. Думаю, глаза лиса, думаю. Этот. И каждому свое. Кто-то любит покушать. И кто-то любит, как вы любите, когда смотреть, как мужчина готовит. Ну, в каждом материале есть свои прелести. Всем не угодишь, но каждый смотрит то, что он хочет, то, что он любит. Сейчас пока все на войне. И дай бог, пусть они воюют, я имею в виду интернет-войны. И слава богу, хоть немного потише стало, весна впереди. Сейчас война быстрая, это не долгая война, это не 41-й. Вот. И я думаю, что они с войны быстро придут и начнут шизофрению свою показывать. Но мы им не дадим проходу. Вот. Но они сейчас все воюют, и слава богу, пусть подольше там будут тиктокиться. Везде там, где они там, на всех этих. И слава богу, что они все ушли на войну. Интернет-воины. Дай бог им подольше в интернете повоевать и про меня вообще забыть. Очень прекрасно без этого всего. Так что, а мы будем дальше продолжать. Улыбаться и на позитиве идти вперед. Все, давайте, всем пока. Не буду лирики, а то затягивается все.